30 октября по 3 ноября на базе детского технопарка «Кванториум Камчатка» проходила очная часть курсов повышения квалификации для учителей технологии. Во время этих курсов к нам приезжали учителя из Осоры, Козыревска, Усть-Камчатска, Елизова, Вилючинска и Петропавловска-Камчатского. В основном сосредоточены курсы были на решении заданий для 7 класса по таким модулям, как робототехника и компьютерная графика и черчение. В течение 5 дней учителя были полностью погружены в эти модули и получили возможность попрактиковаться на современном оборудовании. Наставники стационарного и мобильного технопарка, которые проводили занятия, отмечают очень высокий уровень подготовки учителей технологии, а что самое главное, это их энтузиазм во владении новыми знаниями. И мы с нетерпением ждем весенних курсов, которые состоятся во время школьных весенних каникул, и приглашаем к нам учителей для того, чтобы решать задания для 8 класса и дальше актуализировать свои программы.